Пусть снежки искусственные, зато смех и радость настоящие. Для воспитанников центра «Елена» сотрудники музея освоения Севера подготовили новогоднее представление с подвижными играми. Для воспитанников центра «Елена» мы ежегодно устраиваем подобные мероприятия. Все они проходят бесплатно для них и, конечно же, с подарками. В качестве отрицательного героя сказки – заяц. Забека хотела испортить праздник детям, но пришла спасительница Снегурочка, которая в конце праздника подарила всем детям подарки. Одна из участниц мероприятия – Таня Сухая. Девочка признается, что старается не пропускать мероприятия в музее. В музей я прихожу каждый год и не по разу, и тут очень интересно, каждый раз разные сказки, очень хорошие подарки. Ну и, конечно, такой праздник не обошелся без хороводов и поздравлений. Я желаю всем, что в 2014 году у них были только успехи. Мои друзья, чтобы учились хорошо. У моих родных, чтобы было все хорошо. Все ребята также могут прийти в музей освоения Севера. Для них также будут организованы развлекательно-познавательные игры. Можно будет узнать об истории празднования Нового года. Помимо этого, в музее работает мастерская Деда Мороза, где посетители музея могут сами сделать новогодний сувенир. Диана Визович, Александр Анфимов. Новости Губкинского.